Наш конкурс называется «Вторая делегация». Это первая в России философская премия. На последнем философском конгрессе в Москве шла речь о том, чтобы учредить премию в всероссийском масштабе, но пока собирается, вот у нас такая премия четвертый год. Почему вторая делегация? По звездам, именно так Вячеслав Иванов называл меня в своей сборник, кормчие на роли проводят корабль желанной земли, и кормчие философ призван осуществить умное делание в жизни каждого дня. Лауреатами нашей премии в разные годы становились известные, хорошо известные нам люди, Сахаран, Слинин, Соломин, Фокин, Сикарский, Иванов, Орлов, Горичев, другие. Мы все хорошо знали эти люди. Признание философского сообщества всегда дорого для каждого, ведь философия рождалась из совместного поиска смысла. Я помню, когда мы первый раз заговорили о философской премии, то мне тогда показалось, что это жест почти что карнавальный. Вот у всех есть премии, есть литературная, есть театральная премия, спортивная. А давайте мы создадим друг свою собственную философскую премию. Тогда казалось, что это просто жест какой-то почти, знаете, сравним вот жест из капустника. Но с каждым годом, как мне представляется, премия становится все более и более значимой. Действительно, так скажем, имманентная оценка деятельности философа, признание его коллегами всегда очень дорого стоит. В этом году на конкурс поступило около 40 работ по классической и современной философии, методологии научного познания, социальной философии, представлены практически все области философского знания. При проведении итогов конкурса в номинации за философский вклад в культуру Санкт-Петербурга учтены достижения в организации научно-философской академической жизни, создания научной школы. Пользуясь случаем, хочу от вашего имени и от себя поблагодарить членов жюри за проделанную работу, поблагодарить профессора Соломина, ненавязчивую поддержку и внимание, которое мы всегда ощущаем, и наша особенная благодарность учредителям фонда, который называется «Фонд поддержки региональной общественной организации Санкт-Петербургское философское общество». Без финансовой помощи денежные премии не могли бы составиться. Всем учредителям фонда от имени нашей организации направлены благодарственные письма и почетные дипломы. Сейчас от имени учителей фонда поддержки нашей премии слово скажет Юрий Федорович Дашенко, президент этого фонда. Спасибо. Уважаемые собрания, в этом году нам удалось гораздо лучше подготовиться к проведению Дней петербургской философии. Прежде всего, конечно, не по централизованным источникам бюджета, а благодаря людям, у которых все становится больше, материально состоятельным и понимающим, что науке, культуре, образованию надо повернуться за одно лицо. Вот второй классических проблем философии. Почетного диплома и премию удостоен профессор Гусев Станислав Сергеевич, кафедра философии Академии наук. И за цикл статей, опубликованных в Московских журналах. Благодарю коллег за высокую оценку того, что каждый из нас делает. По-моему, для любого человека, создающего какие-то тексты, самое страшное, когда они куда-то пропадают в пустоту. Есть всякие способы поощрения. Когда-то у Дмитрия Кедрина в одном из стихов был описан следующий способ. У поэтов есть такой обычай, вдруг сойдясь, оплевывать друг друга. Это тоже важно. Но когда коллеги еще и к тому же положительно высоко оценивают, то тут не только приятно, но это стимул для того, чтобы что-то делать и дальше. Спасибо еще. От прошлого к светлому будущему философии, истории и утопии в России и просвещения награждается профессор Артемьева Татьяна Владимировна. Своей альма-матер. Я тронута, мне очень приятно.
Я уполномочен своим соавтором и женой передать нашу признательность. Спасибо, что вы нас не забываете. Спасибо. Два. За философский анализ процесса современности. В этой номинации диплом и денежные премии награждается профессор Марко Борис Васильевич за книгу «Человек, государство и Бог. Философия Ницше». Борис Васильевич, который отвечает интересно. За книгу «Разумная история. Рациональность как основа осмысления исторического процесса», которая вышла из Акстрелятин Мэллон Пресс в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке награждается профессор Сергеевич Елена Михайловна.